за номером 192 об утверждении правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненным к ним лиц. Результаты аттестации педагогов в учебном году: три воспитателя повысили категорию, им присвоена высшая категория. Одному педагогу-психологу категория психолога-модератора. Нарушений процедуры аттестации не было. Далее. Обращение физических и юридических лиц, поступивших в учреждение. В учреждении планомерная работа ведется по обращениям граждан в соответствии с законом Республики Казахстан по порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Проведен анализ состояния работы по данным направлениям, обеспечение своевременности и качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц, принимаются меры по повышению контроля, недопущению рассмотрения обращений с нарушениями установленных сроков. За 2020 год устные и письменные обращения граждан на действия руководства и сотрудников учреждения, связанных с исполнением закона о противодействии коррупции, не поступали. Ежегодно составляется план мероприятий по реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Предприятием проводятся ежеквартальные мероприятия для сотрудников. Семинар-практикум «Антикоррупционная политика», мастер-класс для воспитателей «Формирование антикоррупционного мировоззрения детей дошкольного возраста», а также производственное собрание «Коррупции стоп». Далее. По государственным закупкам обеспечивается функционирование специальных разделов на интернет-ресурсах учреждения о его деятельности по противодействию коррупции. Бюджет организации образования государственного коммунального предприятия «Ясли-сада номер 4 Оружан» ежегодно обновляется на сайте организации образования, заполняется интерактивная карта. В сфере государственных закупок все договора заключены посредством веб-портала, соблюдением норм закона Республики Казахстан о государственных закупках от 4 декабря 2015 года. Всего на данный момент заключено 72 договора. И в заключение, за анализируемый период фактов наложения дисциплинарных взысканий за совершение должностных коррупционных правонарушений и преступлений работниками не установлено. Спасибо за внимание.